Национальные японские битвы палками. Судя по знамени, проводятся в специальном католическом додзё имени Гриффиндора. В этой смертельной битве участник может нанести только лишь один удар. Участник должен быть ослеплен и тщательно раскручен. Перед началом битвы подписывается документ об отказе от ответственности. К участию допускаются только лишь те люди, у которых нет семьи и нет долгов перед государством. Показ этих битв запрещен во всех странах мира. Первые два бойца — серый тощий и черный большой. Начинаем! По шраму черного большого на руке мы понимаем. Он уже не в первый раз играет в эти игры. Тощий серый пытается определить его по звуку и запаху. Но он ошибся, это тот человек, который его раскручивал. Черный большой как будто чувствует его страх. Тощий серый бьет! Мимо! Выдал себя! Черный большой легко разит его. Показывает мастерство в этом виде спорта. Еще двое участников. Белый большой и белый тощий. Проигравший вынужден будет сразиться с предыдущим проигравшим, серым тощим. За жизнь! Нам не сообщают их имен, чтобы мы эмоционально не привязывались к этим смертникам. Какие-то маневры от белого большого. Он чувствует, что что-то поглощает низкие частоты в углу. Сейчас, возможно, будет удар. Внезапно! Какое-то шипение. Это стиль змеи от белого тощего. Импровизация! Бросок тапком. Он надеялся вызвать крик у своего соперника. Белый большой не повелся на звуки справа. Он понимает, что бросатель тапка находится левее. Ложный выпад! Белый тощий решает работать по нижнему уровню. Белый большой в смятении. Что-то же было прямо перед ним и внезапно исчезло! Вынюхивает соперника. У белого тощего закрыт рот. Запаха нет! Никто не хочет умирать. И никто не хочет убивать. Но только один. Аряб! Поторапливайтесь! Надзиратели теряют терпение. Белый тощий выходит! Он хочет обойти свою цель! Наносит удар и попадает! Большой белый вынужден сейчас вступить в схватку с серым тощим! Кто из них проигрывает? Попадает на растерзание к палачу Civil War Капитан Америка! Палач из угла с предвкушением наблюдает за этой кровавой баней. На что пойдет человек ради спасения? Ради жизни! Белый большой что-то почувствовал! Тощий в недоумении! Он не понимает! Или он уже сдался? Уберите музыку! Будем слушать телодвижения бойцов. Белый большой делает обманное движение. Он заманивает. Он прекрасно понимает, что делает. Он ждет, пока серый тощий наступит на скрипучую. Вот она! Удар! Серый тощий попадает к палачу! Они оба плачут! Они были друзьями в обычной жизни! Последняя битва на палках для серого тощего. Белый большой и черный большой радуются, что они сами не попали к палачу. Тощий пытается прикрыться палкой. Тогда удар палача не будет засчитан. И у тощего будет шанс. Полная тишина в помещении! Оба наблюдателя изнемогают от напряжения. Обстановка накалена до предела! Сближение! Это слишком близко! Нет! Они сейчас столкнутся! Они оба увеличивают дистанцию. Палач уже готов к замаху! Серый тощий смотрит совсем не в ту сторону! У него всего один удар! Вот он! Мимо, но палач дает ему по голове! Но подождите! Палач милует его и дает ему еще один шанс! Два победителя! Два чемпиона! Деритесь! Белый большой и черный большой. Смертельная схватка двух титанов битвы палками. Черный был так раскручен, что стоит спиной. Белый сгибается, чтобы боковой замах не попал в него. Черный просто ждет. Белый пошел на таран! Смертельный удар, он валится в угол! Тяжелая травма, скорее всего, он никогда больше не сможет говорить. У черного большого остается один соперник. Белый тощий. Черный находится ближе к углу. Он сможет ловить отражение от стены. Все эти хождения запутывают участников. Они не знают, кто это ходит. Насмерть! Говорит палач. У черного какая-то тактика, заготовочка. Он выставляет ногу как можно дальше назад, чтобы почувствовать перемещение. Напряжение настолько высоко, я за всю свою карьеру не испытывал такого. Белый смотрит прямо на черного, как будто видит его сквозь маску. Но он не решается на удар. В черном читается уверенность.
смирение с тем, что происходит. Белый, однако, волнуется и немного дергается. Палач доволен любым развитием событий. Выключите все посторонние звуки! Вслушайтесь. Терпение Белого на исходе. Удар! Белый тощий побеждает в сегодняшних жестоких битвах палками. Он получает годовой запас голубых палок, а также его отношение к жизни изменится навсегда. Последний шанс серого тощего. Он должен сразиться с самым сильным противником. Пока он ждал, он должен был разрабатывать план победы. Он заметил, что белый тощий делает замахи сверху. Поэтому серый защищается палкой сверху. Только сейчас он понимает, что находится в углу. Белый же готовится к замаху! Удар! Это тоже тощий, но телевизор, а не серый! Он валится на пол, представляет собой легкую мишень! Серый бьет! Судьи говорят, что удар засчитан по ноге! Серый тощий отвоевывает себе свободу! После этого дня его несколько раз видели в метро Токио. На любые вопросы об этих битвах палками отвечать он отказывается. За поврежденный телевизор победителя лишили годового запаса голубых палок.